Так, здравствуйте, мои дорогие, уважаемые гости, партнеры, члены клуба, ну и просто те люди, кому приятен вообще отдых, кто хотел бы отдыхать как-то по-другому, а не так, как мы привыкли с вами. Ну и вот круизный отдых, он действительно не знаком нам совсем. Единицы буквально знают, что это такое. Это либо лидеры каких-то компаний, да, либо как-то люди, случайно попавшие на вот такой вот круиз. Ну, в основном, да, в основном это лидеры каких-то компаний, когда-то получили награждение от какой-то компании и вот были в круизном путешествии. Ну, я тоже была в этом путешествии, и тоже мы ездили вместе с одной компанией, и мне повезло, да, в 2012 году у нас была очень большая команда, больше 100 человек. Мы, конечно, очень хорошо провели время, очень много интересного вообще в круизе. И когда приезжаешь оттуда, конечно же, обязательно хочется вернуться. И никогда не думала, что в моей жизни появится клуб, которому будут нужны такие люди, как я, в качестве партнера, а мне нужен вот такой клуб, как в качестве моего бизнеса. Итак, в 2016 году, 16 января, открылся вот этот клуб. Первая была презентация, и буквально вот сейчас полгода, да, прошло, и только состоялся первый круиз. Он состоялся 30 июля, и 6 августа наши круизеры вернутся в Майами. То есть этот круиз из Майами состоялся, там была инаугурация, ну или есть она еще, проходит. Мы, конечно, с замиранием сердца ждем репортажа из этого круиза. И, конечно, понимаем, что наша жизнь изменится в том плане, что уверенность у нас будет совсем другая. Вот. Ну и будет уже что показать людям. Ну, а до этого, конечно, мы все рассказывали на пальцах. Меня зовут Ольга Ра, я в России живу, но я являюсь спикером сейчас русскоязычной команды. И как бы эта вебинарная комната как раз вот для людей, русскоговорящих, скажем, и вещаем мы на весь мир. Люди к нам приходят из разных городов, из Швеции, Италия, Америка приходит уже к нам на вебинары, потому что у нас там уже есть команды и есть люди. Очень хорошо, кстати, они откликаются с удовольствием, поэтому если у вас есть русскоязычные, проживающие в других странах, в Европе, в Америке, обязательно вспомните о них и обязательно им об этом клубе расскажите. Потому что для них эта цена, которая вот я сейчас озвучу, да, стоимость круиза нашего средняя, она вообще для них смехотворная, то есть им достаточно 3 дня поработать, да, а минимум там $100 они получают в день. Вот 3 дня, да, там 3,5, скажем, дня, и они уже могут оплатить себе тот круиз, который мы предлагаем. Тем более, что мы его предлагаем в рассрочку. Ну, сама отрасль круизная очень богатая. Я думаю, что вы понимаете, что не так было просто, наверное. Простым людям не дадут возможность продвигать по системе MLM подобный бизнес, да. Именно нужно было быть самим членом ассоциации круизных лайнеров, а наша компания является членом ассоциации круизных лайнеров, и вот как бы иметь договоренность, связи, входы-выходы, как говорится, да, на нужных людей для того, чтобы такой бизнес начать и дать сразу же членам клуба 50% скидку. Да, вы не ослышались, сразу же вы имеете, как только становитесь членом клуба, скидку в 50%. Многие задают вопрос, откуда эта скидка, почему и так далее. Но есть несколько моментов. Во-первых, массовость. То есть вот у нас уже несколько круизов намечены, проданы, да, и там где-то по 150 человек в каждом круизе, хотя вот это только-только мы начинаем. Возможно, будет время, когда мы будем целые лайнеры как бы откупать, или как это правильно назвать, да, вот, и все там будут члены нашего клуба или партнеры. Я думаю, что такое время точно будет. Ну и как вы видите, 24 миллиона пассажиров перевозятся на лайнерах, и это все наши с вами клиенты, потому что они платят 100% за круизы, да, а мы им предоставим возможность оплатить всего 50%.
Круизный клуб работает именно от ассоциации круизных лайнеров, и в нее входят лучшие, самые известные, самые богатые круизные компании. Вот MSC – это та компания, от которой лично я путешествовала. Потрясающий лайнер. Мы вам всем вышлем видео. Есть такой, ну, в общем, блогер, да, они ездят по разным путешествиям и вот тоже снимают, выкладывают на YouTube. Вот он обзор корабля сделал просто замечательный, вот как раз того корабля, на котором лично я была. Норвежские линии – это одни из лучших тоже круизных лайнеров. Disney круиз, ну, в общем, все, что здесь вы видите, это действительно 4-5-звездочные лайнеры, и именно с ними мы работаем и сотрудничаем. А что вас ждет на лайнере? Ну, самый больной вопрос – это, конечно, вопрос питания. И здесь все на высшем уровне. Во-первых, кухня разных народов мира. Во-вторых, оно круглосуточное. То есть в какое бы время вы ни собрались пойти покушать, вас всегда ждет, ну, не накрытый стол, поскольку это шведский стол, да, сами можете набрать любой еды и как бы поужинать, позавтракать, пообедать. Ну и так далее. Значит, также вы можете пойти в ресторан, то есть если вы не хотите, например, кушать там, где шведский стол, да, там людно, это все понятно, можете пойти в ресторан, там более спокойно, все, что хотите, заказывайте, все рестораны уже включены, питание в ресторане точно так же включено в стоимость круиза. Вот. Но в ресторане вы можете заказывать спиртные напитки, если хотите, вот, стоят они недорого там. Так что, в общем-то, небольшая сумма, которую вы можете взять с собой на лайнер и где-то потратить ее, где-то массажи, может быть, захотите, где-то косметологи, какие там еще, какие-то развлечения есть платные, недорогие, есть платные рестораны, ну, скажем, вот китайский ресторан, там $25, вы туда приходите и весь вечер, или японский, там неважно, и весь вечер вы можете выбирать любые блюда, значит, и кушать их, да. Так, концертные программы каждый вечер вам приготовлены в шикарном зале. Зал больше 1000 человек вмещает. И это, конечно же, концертные программы с вокалистами, с танцорами, там, не знаю, с цирковыми артистами. То есть это зрелищные такие концертные программы. Тренажерные залы вам доступны, теннисные всякие там корты. В общем, все, что на лайнере есть, все вам предоставлено, и все за ту стоимость, которую я озвучила. Вот Мария написала кинотеатр. Дело в том, что Мария у нас тоже была на круизе. Вот, у нас несколько человек присутствующих, и те, которые являются нашими партнерами, были в круизе и могут как бы рассказать. Каждый на своем. Я вот про Сплендиду могу, например, рассказать. А Мария там, по-моему, даже 2 раза была. Вот. А бассейны бывают крытые, закрытые. То есть пока лайнер плывет и находится в море, например, бывают такие моменты, когда лайнер весь день в море. Он не пристает никакой пристани, да, если так по-русски можно выразиться, не пришвартовывается или еще там каким-то специализированным языком назвать, не знаю, как это. В общем, пока он в море, вы можете отдыхать, загорать. А если, допустим, какие-то компании, они могут какие-то тренинги проводить за это время, да, пока лайнер в море. Далее, чем вы еще можете заниматься? Аниматоры, развлечения, всевозможные конкурсы постоянно устраивают, какие-то танцы, йоги. То есть разные-разные мероприятия в разных уголках лайнера устраиваются. У вас есть программка, и вы можете выбирать, куда вы хотите пойти и с чем познакомиться. Кто же придумал вообще эту компанию, этот клуб и дал нам возможность именно строить бизнес здесь? Это Майкл Хатчетсон, очень известная публичная личность в Америке, номер один как бизнес-коуч по ораторскому искусству. Когда-то даже Майкл обучал Энтони Робинса, я думаю, что Энтони Робинса знают все. И вот они друзья большие, даже Энтони Робинс является нашим инвестором, одним из инвесторов, потому что деньги, вложены в этот бизнес, не маленькие. Вот, ну и как бы люди за этим делом стоят очень серьезные. Наконец-то появилась компания на горизонте интернета, в которой действительно можно связать свое будущее. И как бы мы абсолютно в этом уверены, потому что поставлены очень большие имена и как бы
куда-то деться, провалиться или там исчезнуть, этот бизнес просто не может. И набирает обороты. Вот последнее сообщение было от Майкла о том, что 50 человек уже имеют бесплатное членство в клубе. То есть эти люди путешествуют абсолютно бесплатно. Ну вот сейчас пока на русскоязычном пространстве я и Ирина, значит, мой спонсор, да, пока что. А, нет, еще Нина, я все время забываю, она у нас просто влетела в наш бизнес за месяц, сделала сумасшедший оборот, вот, и уехала в Германию. Я поэтому немножко про нее забываю, хотя она все время у нас появляется в нашей вебинарной комнате. Вот, буквально 3 человека на русскоязычном пространстве имеют бесплатное членство, остальные, вот 47 человек, это все иностранцы. Но у нас очень много людей, которые вот-вот-вот на подходе, это буквально считанные дни, когда эти люди точно так же будут иметь бесплатное членство и будут путешествовать с этим клубом абсолютно бесплатно. Компания зарегистрирована в Америке, в 5 американских штатах. Вот, вот здесь медальки 4, на сайте уже есть 5 регистраций, номера и так далее. Далее, мы можем, не можем, а уже заняли нишу онлайн-бронирования круизов, то есть наряду с Uber-приложением, это заказ такси по телефону, есть Airbnb, это заказ апартаментов напрямую у хозяев, ну а мы вот уже нишу заняли заказ круизов, и уже я думаю, что никому это не отдадим. Так, каким образом вы можете попасть в наш клуб? Вы можете быть просто членом клуба, оплачивая $100 и накапливая на свое путешествие. Во-первых, компания вам тут же добавляет 100 еще, и вы получаете на счету сразу 200, видите, да? Вот. Во-вторых, вы приобретаете это путешествие в рассрочку, и в-третьих, вы можете использовать все до единого цента на свое путешествие. То есть накопили, забронировали, уехали. Приехали, если деньги на счету остались, они никуда не пропадают, продолжаете также накапливать на следующее путешествие. Если вы хотите поехать вдвоем, то вам это нужно просто подольше накапливать, да, дольше времени. Вот, потому что больше, чем $100 положить нельзя, сразу оплатить тоже нельзя, это вот наши правила. То есть компании нужны люди, пусть они вкладывают немного, да, $100 на свое путешествие, но компании нужны регулярные. И клуб – это как раз регулярность посещений круизов. То есть поэтому дали, вот, скорее всего, даже авансом нам сразу же 50% скидку. Да, именно потому, что мы приведем сюда большое количество людей, и эти люди будут постоянно путешествовать, как минимум 2 раза в год. Это необходимо, в принципе, всем людям для того, чтобы жить полноценной жизнью. Следующее – это партнерство. $195 в год вы платите, второй год – 95. И у вас, ну, это франшиза, друзья мои. Если кто знает, сколько стоит франшиза, зайдите, посмотрите и возьмете за голову. Здесь стоимость, да, партнерства $195 в год – и вы можете уже зарабатывать, продвигать как бы данный клуб, да, зарабатывать и приглашать членов клуба, ну и как партнер, если вы войдете еще как член клуба вместе, член и партнер, то вы можете иметь бесплатные путешествия. Для этого не нужно делать огромное количество действий, для этого нужно просто-напросто пригласить 5 членов клуба. Вот такие вот условия, я думаю, что те, кто захотят, их смогут выполнить, потому что они более чем реальные и адекватные. Но если, например, турфирма хочет открыться, да, то связываясь с туроператором, даже туроператор, в принципе, как бы дает возможность какого-то рекламного тура. Но это он там один раз дает, к примеру. Да. А здесь вы будете путешествовать пожизненно, иметь как бы свои круизы, где-то 4 круиза в год. Вам достаточно иметь просто 5 клиентов, 5 туристов или 5 членов клуба. Таким образом мы приобретаем круизы, мы приобретаем их из кабинета. У нас есть 24 круиза, с которыми есть прямая договоренность. И вот именно эти круизы вы оплачиваете с круизного счета, 100%, да, с круизного счета. Далее, у нас есть глобальное направление, то есть это поисковик, который вам даст возможность
выйти, как бы, ну, как это сказать, найти тысячи, тысячи и тысячи круизов, и причем там очень много горящих круизов, огромное количество, особенно весной. Март, апрель, май, на июнь мы видели круизы в 5 раз дешевле, по $299, по $300, вот такие круизы, которые реально стоят там 1,5, например, тысячи или $700, вот очень много горящих круизов. Вообще средний круиз стоит $700, у нас те, которые у нас в кабинете круизы, они у нас получаются для вас с 50% скидкой всего 350, и это 8 дней, 7 ночей, достаточно хорошие, богатые круизы, вот, и вот все удовольствия за это время вы получите, все включено. Так, значит, смотрите, еще раз, да, напомню вам, что бесплатное членство для вас будет пожизненно в тот момент, когда вы пригласите всего 5 членов клуба. И кроме этого вы будете с них зарабатывать деньги. Поэтому, если вы, там, допустим, имеете какое-то отношение к турагентству, или у вас есть знакомые, вы дайте им этот шанс, возможно, они заинтересуются. Круиз уже состоялся, наши круизеры приедут через буквально через 2 дня, да, через день даже, 6 числа. Вот. Поэтому все работает, все замечательно, никакие это не обманы. Вот когда мы начинали первые, конечно, мы очень часто сталкивались с тем, ой, да это вот деньги соберут, нам вначале особенно говорили, деньги соберут и закроются. Вот, так что люди уже поехали, мы едем в октябре, русскоязычная команда, нас 8 человек едет. Вот, мы едем из Барселоны, Ливорно, Каны, Марсель, Рим, вот такие вот города. 8 дней, 7 ночей, он нам обошелся в $360, вот этот вот круиз. Конечно же, я говорю о внутренних каютах. Почему мы взяли сейчас внутренние? Потому что у нас не хватило круизных долларов, а здесь их можно положить только максимум 100 и получить максимум 200 в месяц, да? Нам просто не хватило времени для того, чтобы взять подороже каюты, да? Они не намного там подороже, но вот чисто просто не хватило времени накопить. А Майкл в октябре месяце прилетит сюда к нам, президент, да, клуба, а очень много будет испанцев, 150 человек вообще на круизе будет, из них 8 только русскоговорящих, нас, вот мы первые, как бы, открываем, первооткрыватели. У вас есть сейчас возможность, те, кто меня слышит, буквально вот в течение августа, где-то числа до 25-го, я так думаю, у вас есть возможность сейчас вступить к нам в клуб, стать членом клуба. Вот, и у вас появится возможность поехать либо в Майами 30 января, либо 29 января из Рима будет шикарный круиз 12 дней, стоимостью тоже $350 на очень хорошем лайнере, тоже MSC компании. Вот, и за 12 дней $350, 24 тысячи рублей, это просто смешная цена. Вот, поэтому, но вам нужно будет именно вот до где-то 25 августа уже войти и быть членом клуба. Даже если вы сейчас вошли партнером, то вот необходимо будет заработать денег, стать членом клуба, чтобы попасть вместе с нами в круиз. Либо из Майами, либо из Рима. Ну, мы планируем 2 группы сделать. Так, дальше. Я думаю, что с этим понятно. Вообще в компании 12 способов заработка. Вот, ну, 2 я уже вам назвала. Следующее. $100 вы зарабатываете, когда вы приглашаете 3 членов клуба. То есть 3 членов, 3 членов клуба в месяц вы пригласили. Сначала это будет ваш месяц. Вот вы вошли там, допустим, 5-го, да, вот с 5 по 5. Потом он плавно перетечет уже в календарный и будет с 1 по 1, да. Вот, и так в свой месяц вы приглашаете 3 новых членов клуба и имеете $100 бонус. Кроме этого, если вы новичок и ваш спонсор вам помог пригласить этих 3 членов клуба, то спонсор тоже ваш получит $100 за то, что он помог. И вот так вот высоко оценивается здесь, как сказать, работа или труд, труд именно вот наставничество, спонсорство. Ну, потому что я думаю, что сами они все бизнес-тренеры и понимают, насколько важно как бы вырастить человека. Нежели просто самому заработать, да, а важно именно, чтобы человека научить.
Итак, 5 партнеров, которые достигнут 3 членов клуба, будут называться у нас активными. И тогда вам откроется пассивный доход со 2 по 5 уровень. Значит, активные партнеры, те, которые пригласили по 3 человека, по 3 члена клуба. Ну вот поэтому предыдущие слайды и очень сильно мотивируют вас на то, чтобы вы пригласили 3 человека, потому что это выгодно всем. Вот, и тогда открывается 5 уровней, и смотрите, здесь все стремятся к тому, чтобы иметь 5, потому что без этого как бы не выходят на определенные доходы, не получают бесплатное членство, ну и так далее. То есть пятерка, тройки и пятерки – это вот наши 2 основные цифры. Вот, сначала тройка, потом пятерка. И, значит, вот смотрите, да, если у вас в первом уровне 5, во втором 125, в третьем 625, в четвертом 3000, по-моему, 225, и в пятом, ой, сейчас, подождите, 625, да, 3125 у вас будет в пятом уровне. И если вы умножите это все на $5, да, ну, первый уровень, понятно, 50 вы зарабатываете, со второго вы зарабатываете 25 умножить на 5 – $125, с третьего вы зарабатываете $625, с четвертого вы зарабатываете $3225, и с пятого вы зарабатываете 15 200 с чем-то долларов. Ну, я могу ошибаться на память, да, но если это все сложить, это будет $20 000 в среднем. Хорошие деньги, я считаю, что очень хорошие. Вот поэтому как бы все нацелено на то, чтобы мы с вами как бы имели 5 активных партнеров и помогали им. То есть 5 партнеров и им очень сильно помогали. То есть это выгодно, выгодно абсолютно всем. Всей компании, и лидерам выгодно, и спонсорам, ну и новичкам, ну, в общем, всем. Так придуман маркетинг. Ну, очень светлые головы все это разрабатывали. Мы тут втайне узнали, оказывается, что они очень долго это все разрабатывали, готовились. Разговаривали как-то с женщиной, которая живет в Барселоне. Вот, и вот она нам сказала такую историю, что вот, да, знаю, что вот это все разрабатывалось. Итак, 8 лидерских рангов. Это вообще очень серьезный доход. Это доход стабильный. Ну, это, я не знаю, пенсия, зарплата, как хотите называйте, но это действительно ежемесячный ваш доход. При этом вы не сидите на телефонах, не обзваниваете людей, чтобы они сделали какую-то очередную закупку, потому что вам не хватает баллов. Нет, здесь этого невозможно сделать, потому что люди, во-первых, и так регулярно платят, потому что платят себе на круиз. Ну, согласитесь, за $350 есть желающие поехать в круиз? Это дешевле, чем отель в Европе взять, трехзвездочный, где ничего не будет, кроме завтрака, да? Вот, поэтому люди стараются, они вовремя оплачивают свои $100, как только у них появляется кнопочка зеленая, загорается в кабинете, вы можете оплатить свои членские взносы, да? Вот, за счет этого вы стабильный имеете доход, понимаете, только за счет того, что люди охотно это все оплачивают. Итак, первый бонус – это $500, вот я на него уже вышла, стала маркетинг-менеджером, и мой оборот составил не $5000, это у нас как бы устаревший слайд, да, но я его все равно не убираю, потому что $3000 оборот, это вот акция у нас была. Ну, надеемся, что нам ее оставят надолго-надолго, но вообще как бы по маркетингу нужно было сделать 5000 оборот, и тогда можно было иметь $500 автомобильный бонус. Но вот сейчас 3000 всего оборот нужно сделать для того, чтобы выйти на стабильный доход $500. Ну вот я даже скажу, что для Европы это уже тоже очень хорошие деньги в связи там с их положением и так далее. Поэтому в принципе как бы нормальные деньги для России, так и Украины, я думаю, что вообще шикарные. Итак, 100 человек вам дадут $1000 доход или бонус. Будете уже называться сеньор маркетинг менеджер. С этого момента вы будете иметь 2 бесплатных круиза, ну или круиз на двоих, одну каюту, да, как только вы достигнете 100 человек. Далее, 250 человек вам дадут $2500, 500 человек $5000, значит, 1000 человек $10000,
2000 человек 20 тысяч долларов, и 3000 человек вам дадут бонус 30 тысяч долларов. Согласитесь, что это уже прям вообще отличные деньги. 30 тысяч долларов, а если учесть еще пассивный доход в 5 уровнях, которые мы зарабатываем с вами, да, то это будет 50. Я думаю, что очень-очень нормальные деньги. Вот бонус первый называется автомобильный, ну, потому что вы уже имеете действительно стабильный доход, можете идти, там, брать автомобиль, если у вас его нет в лизинг, ну и так далее. Далее. Вот эта таблица. Здесь показывается только, указано только два бонуса, то есть тот резидуальный до 5 уровней и бонус лидерский. И вот доход, то есть на ступени маркетинг-менеджер доход 750, хотя здесь вот 50, да, человек обозначено, сейчас всего 30. Ну вот как раз это все соответствует действительности, могу показать, доказать и рассказать, да. Дальше. Ну, до этого у нас еще пока на русскоязычном пространстве никто не дошел. То есть 100 человек, у нас еще пока таких людей нет. Мы только начинаем. Вот я как бы вышла первая на этот бонус. Сейчас моя цель, чтобы вы все, кто сейчас меня слышит, вышли именно на этот бонус, потому что очень приятно. 31 месяц закрылся, 1 числа я увидела у себя на кошельке вот эту сумму, 500 долларов бонус. Да? Ну, помимо нее там еще были другие доходы. Но вот эта вот кругленькая, скажем, цифра очень порадовала. Так, то есть на второй ступени будете иметь 1,5, где-то даже 2, я бы так сказала. На третьей 3,750, ну, я думаю, что там, конечно, 4, может быть, даже 5 уже будет, ну и так далее. И вот здесь вот последний, не знаю, как эксклюзив, как правильно произнести, не знаю, эксклюзивный, может быть, директор, который имеет 5% со всемирного дохода компании. То есть если вы туда дойдете один или одна, и будет у вас 5000 членов клуба, то вы будете иметь 5% от дохода всей компании. Если там будет 10 человек, значит, это поделится на 10. Я думаю, это понятно. Ну, вот такие часы Rolex получат люди, которые добьются вот такого ранга интернационального директора. Ну, часы потрясающие, конечно же. Я думаю, что все не против такие часы поносить. Ну, как я уже сказала, 100 человек вам дадут бесплатные круизы, то есть два бесплатных круиза или круиз на двоих. Вот, сейчас даже не надо удерживать полгода, просто добиваетесь этого, и вот вам вручают вот такой вот круиз на двоих в каюте. Сейчас поговорим очень серьезно, у нас будет очень серьезное предложение к вам, к тем, кто сейчас находится в комнате, потому что речь пойдет о мгновенном бонусе и о соучредительстве клуба. Мгновенный бонус, он действительно мгновенный, вы его видите в течение 24 часов, он появляется у вас в кабинете, как только вы его зарабатываете. Что вам для этого нужно сделать? Вам нужно подключить людей и к бизнесу, и к членству. Сразу же тех людей, которые войдут у вас за 295 долларов. Не просто члены или просто партнеры, а именно люди захотят сразу же путешествовать и зарабатывать. Я думаю, таких большинство, во всяком случае, те люди, с кем мы сейчас общаемся, общаемся мы как раз с лидерами сетевого маркетинга, да, в основном, это вот как раз эти люди будут как раз входить на полную и членами, и партнерами. А вообще это выгодно абсолютно всем. Даже если, допустим, семья, взять мужа, да, если он войдет и просто как члены клуба все войдут, там, допустим, семья большая, 5 человек, вот они берут и все входят как члены клуба. А не проще ли, значит, войти одному партнеру, высшему, ну, вы, как бы мужу, там, допустим, супругу войти в качестве партнера, а всех своих подписать уже в качестве членов клуба. Ну и, естественно, пару человек еще прихватить с собой, друзей там или родителей, или тестя с тещей, да, и вот, пожалуйста, уже супруг отдыхает бесплатно, ну, а там, глядишь, потихонечку на лайнере еще с кем-нибудь поговорит, и вот так вот может у него построиться структура и может быть пассивный доход. Поэтому это выгодно очень, очень выгодно, вот, потому что 5 человек дают уже бесплатно возможность получать по 200 круизных долларов. Итак, мгновенный бонус. С первого человека вы зарабатываете сразу же 50, со второго 60, с третьего 70. Четвертого 80,
5-90, 6-100, 7-110, 8-120, 9-130 и с 10-150. Давайте рассмотрим, если вы пригласили только трех, что произойдет. Вы полностью вернете все свои деньги, да, если вы входите также на 295. Но мы практически все входим на 295, потому что это выгодно. Вот. Итак, вы возвращаете деньги, $280, и еще у вас 200 лежит на счету на круизном. То есть у вас уже 200 оплачено за круиз. Представляете, то есть $480, да, пригласить трех человек вы имеете. 5 человек вам дадут $450, освободят от ежемесячного платежа, компания сама за вас платит эти деньги, и сама же еще с этих денег, которые платит сама, дает ну, весь маркетинг, по маркетингу все выплаты, вообще фантастика. То есть просто берут, освобождают от ежемесячного платежа. Я не видела в MLM-системе, чтобы какая-то компания освободила от ежемесячного платежа. Вот, здесь сама компания все это делает за нас. Далее, 6 человек, $650 у вас и плюс 200 круизных на счету. Ну и 10 человек, $1260 вы зарабатываете. Очень хорошие деньги. У нас есть такой человек, она живет в России. Она стала третьей как соучредитель, да, всего-навсего. То есть в компании, во всей компании всего 3 человека таких, которые смогли это сделать. Ну, они просто, как говорится, еще не знают наших. Пока мы тут все это раскачивались, это не лодку раскачать, это целый лайнер. Вот, мы очень много трудились, Ирина очень много сделала видеозаписей. Я вот веду презентации, как бы, да, постоянно, регулярно. Вот, поэтому очень много труда вложено. И вот только-только начали подключаться к нам люди более серьезные, да, и, естественно, мы очень просили, чтобы нам дали возможность еще один месяц стать соучредителем людям, тем, которые сделают 10 человек за месяц. Вот, что такое соучредительство? Ну, это реальное соучредительство, вы будете внесены в документы компании, вас будут каждый год приглашать на конвенцию праздничную, ежегодную, да, каждый год компания будет отмечать там, вот 30 января будет круиз из Майами, это вот как раз конвенция будет праздничная. Сейчас можно даже уже приобрести билеты на этот круиз. Стоит 5 дней круиз всего $214. Он стоит, вот не знаю, правда, условия, надо ли 3 месяца быть членом клуба, или можно, может быть, можно даже за живые деньги приобрести. Не могу сейчас сказать, поскольку только появилась кнопка, и вот они уехали в круиз. Сейчас у нас связи практически нет с президентом, потому что они заняты. А так вообще мы с ним на связи постоянно, он регулярно как бы выходит с нами на связь, мы с ним общаемся, тем более у нас есть англоязычные люди, их все больше и больше у нас становится, англоговорящие, русско-англоговорящие, они нам помогают в переводе, да, в общении со спонсором, ну, фактически он наш спонсор. Вот, мы его считаем своим как бы наставником. Нам очень крупно повезло. Вот, и что еще хочу сказать, то есть бесплатный круиз, первые места в зале, каждый год бесплатные круизы. Каюта, причем высшего класса, класса люкс. Если сейчас, вот, допустим, 214 это внутренняя каюта, то та каюта, которая дается соучредителям каждый год, это каюта высшего класса, люкса, она стоит на двоих $1250. То есть по $625 стоит одно место, да, в такой каюте. Вот такая каюта будет вам предоставлена каждый год, если вы становитесь соучредителем. И для этого вам нужно всего-навсего 10 человек в месяц. Вот у нас появилась Нина. Ниночка, приветствую тебя. Она сейчас в Германии находится, а так вообще она из России. Она стала третьим человеком, который сделал соучредительство буквально за один месяц. Вот, работы. То есть она вошла, сделала и бесплатное членство, и соучредительство. Но сейчас ее работа заключается в том, чтобы уже помогать этим людям, как бы,
чтобы они уже тоже росли и продвигались. А Нина, чтобы выходила уже на автомобильный бонус. Ну и не только Нина, и все вы имеете такую возможность. Что такое автомобильный бонус? Это вы приглашаете 5 человек, да, конечно, приглашаете тех людей, у которых, ну, приглашайте, конечно, всех, ни за кого не решайте, но просто тоже думайте, что 5 человек у вас должно быть таких серьезных лидеров, которые смогут вас повторить. Все, вот вам автомобильный бонус $500, 5 человек, которые сделают по 5. Все, автомобильный бонус $500 у вас уже есть. Дальше эти люди будут стремиться к чему? К тому, чтобы повторить вас и сделать то же самое, чтобы выйти тоже на автомобильный бонус. Вас это выкинет уже на второй бонус, на 100 человек, ну и так далее. То есть вы будете расти с теми людьми, с которыми вы начинаете вот этот вот бизнес. Так, последнее, что хочу сказать, про инструменты хочу сказать. $195 вы платите не просто так, вы их оплачиваете за то, что имеете огромное количество инструментов в нашем кабинете. И приложение на телефоне можете рассылки делать, и рассылщики, и бизнес-имейл, значит, и Facebook у вас встроенный будет прямо из кабинета, вы можете, значит, прямо напрямую делать рассылки. Да, все пока на английском языке, друзья мои. Вот, ну, мы работаем над этим, компания нам уже пообещала, что сайт начали переводить на русский язык. Вот, потому что мы не просто какая-то страна, да, на язык которой нужно перевести. Мы целая, как сказать, диаспора, не знаю, как нас назвать, но мы какая-то часть мира уже очень большая, да, русскоговорящая. То есть, поэтому, видно, сначала нам сказали, наверное, нет, не можем, это надо много людей, чтобы... Вот, буквально благодаря вот Ирине из Италии, она такую серьезную беседу провела с президентом, с переводчиком первоклассным, вот, который живет в Америке. И вот как бы так она сумела проникнуть в мысль, это самое, пробиться к президенту. И буквально через несколько дней нам уже сказали, что сайт уже переводится. Вот, так что ждем, ну, пока ждем, значит, работаем с теми инструментами, которые у нас есть. У нас есть с вами люди, с которыми мы можем говорить. Нам для этого не надо рассылщики, ничего. Будут рассылки, будем рассылать. А последний слайд, хочу все-таки так как бы подытожить, да. Ну, во-первых, действительно, бизнес очень интересный сам по себе. Если люди, например, где-то работают, да, и завязаны в каком-то бизнесе, то у них либо нет денег, да, даже в бизнесе, имея бизнес, либо нет у них денег, и они говорят, да мы когда захотим, тогда поедем. Вот. Ну, понятно, что лукавство. Вот. Либо они так работают, у них деньги есть, нет времени, да, для того, чтобы просто выделить его на отдых. Вот этот бизнес вам наконец-то даст возможность и отдыхать, и зарабатывать. А как вы думаете, чем мы будем заниматься в первом круизе? Конечно же, мы будем собирать контакты тех людей, которые путешествуют вокруг нас, правильно? Для этого, конечно, язык нам нужно учить. У нас есть преподаватели, вот, значит, и в Самаре есть преподаватели у нас, еще в других, как бы, городах, в Ростове, я знаю, девочек тоже есть. Ну, и так некоторые у нас знают английский язык. Ну, вот, как бы, будем просить их, чтобы нас они обучали. Продукт ниже цены рынка в 2 раза. Вот представьте, сейчас какой-то автосалон выбросит машины, которые будут дешевле в 2 раза. Как вы думаете, будет там стоять очередь? Будет. И мне иногда говорят вам, ну, такую вещь, по таким ценам и вообще по тем условиям, которые предлагает ваш клуб, у вас должна стоять очередь. Ну, они как бы это с таким сарказмом говорят, да. Но я понимаю, что вот сейчас первый круиз у нас прибудет через 2 дня, потом поедут русскоязычные, очередь у нас реально будет стоять. Важно понимать, под кем эта очередь будет. Люди увидят уже все, что это реально, и как бы очередь будет стоять, потому что вы видели, как ломанулись люди в Турцию, когда ее там попытались открыть. Вот. Была очередь у них? Была на Турцию очередь. Хотя там ничего такого особенного нету, да, а то, что мы предлагаем, это вообще вне конкуренции.
Готовый бизнес получаете за $195, да? Ну, конечно, если еще членом станете, ежемесячно будете проплачивать 100, то это, конечно, еще круче. Инструменты все получаете. Продукт ниже рынка, как я уже сказала, это вообще такого в MLM я никогда не видела. Всегда там цены завышены на продукты, и все это понимают, и даже с гордостью говорят, но зато мы здесь зарабатываем. Неважно, что мы вам впихиваем то, что продается в магазине, значит, дешевле, да, в 5 раз. Важно, что мы здесь зарабатываем и еще гордятся. Вот я лично такого не понимаю. Для меня очень важно, с каким продуктом я работаю и насколько мне комфортно его предлагать. Держу я камень за пазухой или нет в данный момент, или я знаю, что он пойдет там куда-нибудь в аптеку или в магазин и увидит то же самое в другой упаковке, просто вот в 5 раз дешевле, да. Ну вот, в принципе, все, и действительно вы будете иметь в этой компании пассивный доход, потому что люди оплачивают себе путешествия. Ну вот так вот все продумано, и не случайно, я думаю, такие люди стоят у руля. Вот, нам есть за кем идти и как бы к чему стремиться. Ну вот на этом все. Спасибо вам большое.